Окружающие, когда вы скупили столько таблеток? Никто не был удивлен, на самом деле, по поводу таблеток, отвечая сразу на последний вопрос. То есть, как бы, во-первых, в аптеках нет такого количества таблеток, чтобы это их шокировало. То есть мы в одной аптеке купили, в другой, поэтому все эти стаканчики и прочее. И ерунда такая вкусная. То есть народ готов, что покупает много, и это здорово. Бизнес, понимаете ли. Вот. А что касается ответа, почему выбор зомби темы, мне пришлось, как бы, в связи с этой темой почитать Умберто Эко как раз об уродстве и о красоте в искусстве. И на самом деле я с ним абсолютно согласна, потому что когда мы всегда выбираем как тему для своего воспроизведения, потому что художники все равно рефлексируют на красивые объекты, или на интересные, или на какие-то сложные, или там еще какие-то задачи. И тему безобразного, или там то, что мы с этим понятием связываем, выбирается исключительно редко. А тема зомби вот в пространстве вообще российских галерей, ну, я его не видела. То есть, например, для меня это тоже тема была новая. И опять же, работа с кураторами, то есть целых три проекта было сделано, артбуки, три штуки были сделаны, здесь как раз листы из артбуков. Это по Чехову, в смысле? Чехову? Нет, это не совсем Чехов, то есть это именно зомби-бук 1, 2 и энциклопедия зомби. То есть как бы над этой темой пришлось поработать достаточно глубоко, и это было для меня ново, для меня самой и интересно. Вот. Потому что категории красоты, когда мы там говорим о гармонии, о красоте, о целостности, о пропорциональности, то и как бы вот всего три укладываются в понятие красоты. То есть когда есть эти три категории, то мы понимаем, что это красиво. А когда мы говорим об уродствах или о каких-то безобразиях, или о том, что, допустим, как мы знаем, что зомби – это живые мертвецы, и получается, что мертвецы – это все равно есть и запах, и цвет, и совершенно такие неприятные ощущения. И как бы народ как бы сознательно не реагирует, ну, как бы не пускает себя в эту тему. А мне как бы хотелось в этом всем поглубже как бы постараться раскрыть.